Давайте зайдем в Раску, как живут. Куда? Там у нас видно почти по пути какого. Ну, Духовская, 7 километров. Поехали. Благодарю. Ох, ты классно. Круче. Вот и села горочка. Вот она, Ходжокская теснина. Вот под этой скалой, наверное, не рекомендуют останавливаться. Нет. Не-не, тут негде. Под этой скалой лучше спокойненько проехать. Это Петя с Лизой рюкзак собирают. Так, вот Анжелка. Ну, цветами все. Вот, Саша рюкзак опять все. 10-й раз свой спальник вытаскиваете. Я его хочу так запхать, чтобы его как будто и не было. Да, это удачный вариант, но вряд ли это получится. Я его хочу плашмя, он плашмя вот. Не суется. Вот, вот там кордон и прямо туда нам и идти. Вот, опять эта птичка прилетела. Глаза хоть подними. Ну иди и всего. Да? Не могу никак. СМС-ка ушла. Значит так, это река Белая. Вот, вот Петя маякует. Вот, мы на реке Белой устроили небольшой холодильник. Вот она, река Белая течет. Вот. Вот наш холодильник. Петя предлагает немножко по напарю. А, о. То есть по портвишку. Вот его влево, вправо покрути этикетку. Вот, вот. Холодный, ледяной. Да, холодный ледяной вот. Портвишок. У нас тут, знаете, вот горчичка. Горчица, да. 14 рублей на ней написано. Это даже. Водочка, это консервы тут. Водочка, покажи водочку. Ну она придавленная. Да, но она в этом, да. Вот, здесь такой мы холодильник устроили, здесь наши консервы. Вот, глянь, аж запотело портвишок. Да ледяной. Вот. Петр Александрович доволен. Вот, вниз по течению река Белая течет. Вот, это вверх по течению. Вот, здесь вот так вот река течет. А там пишет после обеда затягивает плотной облачностью. Вот, сейчас мы его немножко снимем. Ой, блин, аж почернело. Ага. Ну, если дым от сигарет будет, то это ничего страшного. Все, снимаем круговую панораму. Фишта. Вот, плато фиштовское. Красные скалы. Да, красные скалы. Если слышно в это табло. Вот мы завтра туда пойдем, вот на тот фиштовский перевал. Так, Петя, отодвинься. Облака накатывают. Вот. На Аштене облака. Вот. Петя пошел к лашному лагерю. Вот он, наш лагерь. Да, вот он, Петро. Все маякует нам. Вот. А пришли мы оттуда, вон. С Армянского перевала. Да. Красиво тут все. Вот. И обратно. И обратно река Белая.